Я очень спешу поздравить всех врачей медицинского центра «Здоровый ребенок» с Днем медика. И я в первую очередь хочу отметить, что, ну, по крайней мере, в Воронеже точно сложилась уже какая-то традиционная многолетняя дружба между актерами и медиками. И, наверное, эта дружба скреплена именно тем, что и мы, и вы делаем искусство. Потому что то, что делают медики, это действительно можно назвать искусством. Это, наверное, одно из самых важных дел на планете, которое вы делаете для людей, ради людей. И это особенно ценно. Спасибо вам большое. Поздравляю еще раз.